Ельня – это огромное болото, которое входит в пятерку самых больших болот, верховых болот Европы. Мифология – мифологический символ Беларуси, который нам самим непонятен. Мы знаем о его существовании, но не знаем, что это такое. Болото вообще на самом деле – это очень серьезный и большой, огромнейший просто рекуператор воды и воздуха. Ну, то есть это глобальное влияние на климат Беларуси и вообще, в принципе, мира. То есть это огромная ценность природная, сохранившаяся до наших времен, которая до сих пор и на протяжении 9000 лет фильтрует воду и воздух. А вы уходите, да. Возвращаетесь только завтра. Да, да. И эта группа, которая остается здесь, завтра нам поможет приготовить покушать тем людям, которые несчастные придут обратно. То есть вы их два дня еще те, которые там не кормятся? Кормим чуть-чуть только. Чуть-чуть. Ельня принимает, друзья, не всех. То есть когда-то я тоже это слышал, сам с какой-то робкостью заходил сюда. Если ты приносишь с собой проблемы, какой-то негатив, зло, плохие мысли, то есть они здесь увеличиваются, усиливаются. Ну и, соответственно, если ты приносишь добро, хорошие мысли, расслабленность, позитив, тебе также будет здесь приятнее. У нас тоже такие городские. Большой выбор сапогов. Модные? Очень модных. И с каблуком даже можно найти резиновых. Тебе крепко? Я очень люблю путешествовать по Беларуси, но делаю это катастрофически редко. На это вот почему-то нет у меня времени никогда особо. Потому что, нужно же съездить там в Бангладеш и все остальные места. Вот, и это немножко стыдно, конечно, и я надеюсь, что Ельня, поход в Ельню, он будет таким вратами, да, к познанию Беларуси более глубоко. Там все просто, говорю, как по проспекту Независимости. Идете, захотели покушать или выпить кофе, вышли еще на одну улицу. Ребята, кто еще не подошел, не расписался за безопасность, пожалуйста, придите, ознакомьтесь и оставьте свои здесь, пожалуйста, подписи. Когда-то в первый раз мы с другом попробовали покорить Ельню, и нам показалось, что это действительно того стоит. Мне показалось, что стоит рассказать людям через какое-то испытание и невероятные визуальные атмосферные виды передать вот эту вот красоту. На косите долевой, да, а что у ты горах долевой, да, мединая ступа долевой, да, а что в той ступе долевой, да, мукового зерна долевой, да, одежду я мура долевой, да, красками поросло долевой, да, одету я краски долевой, да, девки побрали долевой, да, одету я девки долевой, да. Ну что, все? Каждую секунду, каждый шаг, новый шаг – это будет испытание. Это будет что-то, что заставит вас поменять свои взгляды вообще на жизнь и на свои проблемы. После этого трипа, после сегодняшней ночи на Ельне, жизнь ваша не будет прежней. В общем, погнали. Несмотря на то, что каждые выходные я бываю на болоте, мне нравится, когда я вижу разные реакции людей, вижу, как они по-разному переживают этот опыт. И особенно нравятся их комментарии, то есть то, что они для себя вывели из этого экстремального трипа, экстремального похода. В минулом ходе один раз сходили сами из Мейору и зрозумели, что все ж таки круто, коли ты идешь с человеком, с проводником, який ведает все. И кроме того, что он просто ведает и подказывает тропы, он еще рассказывает некоторые местцовые такие легенды. Это просто не то, что просто идти, и ты доверяешь человеку, еще и цікаво идти. Денис, расскажи мне, новичку, как понять,
что кончился лес и началось болото. Будет понятно это сразу или нет? Ой, мы это почувствуем, друзья. Это невозможно упустить. И под ногами мы почувствуем, что твердой почвы больше нет. Есть какой-то батут природный, по которому нам нужно будет пройти сегодня 16 километров. Я никогда не был на болоте, никогда не видел его вживую и вообще слабо себе представляю, как это выглядит. Я все жду, когда же я наступлю на то самое место, которое засосет меня минимум по пояс. Это какой-то, блин, вампир. Белочка. Это кабан. Лось. Вот так вот городские, так сказать, знания пригодились. Отсюда это все выглядит очень безобидно и очень безопасно. Просто молодой лес. Вот он, коридор, портал в болото. Который видел он вместе. Вот они, первые признаки, судя по всему, первые шаги чавкающие, вязнущие слегка. Началось. Это просто интерес. Познание еще одного вот этого биосоздания какого-то. То есть мне очень понятно, что такое горы, очень понятно, что такое море, что такое лес, немножко, что такое пустыня, что такое болото, для меня до сих пор огромный вопрос, пробел. Поэтому я сюда и пошел, чтобы это хотя бы немножечко понять. Конечно, самое первое, то, что я думала, это я сейчас ступлю, и у меня будет только макушка моей головы торчать, и все. Спасибо, пропало. И я должна буду там наступать на каждый шаг впереди идущего человека. Интересно, пока очень мягко, но все равно есть ощущение, что ты можешь уйти глубоко, и нужно так доверять тому месту, куда ты ступаешь. Оказалось, это что-то необычайное, эти болота. То есть это такой другой мир отдельный. Вот, что после него, не знаю. Не знаю, как жить дальше. В общем, смотрите, самое основное – это научиться правильно ходить по болоту. Если мы научимся правильно ходить, мы потеряем мало энергии и быстрее придем и меньше устанем. Наклоняемся немножко вперед и, попадая в болото, когда нога погружается в сфагнум, мы ее не вынимаем прямо, там не стоим, а просто инерционно дальше ее вынимаем, когда идем дальше. Я это все переживаю, потому что это типа возвращение на 30 лет назад. Ты такой малой, надел сапоги и по лузам делаешь вот так. Но это первые полчаса, пока силы не кончатся. Это непростая ровная местность, где ты точно знаешь цель, куда тебе нужно идти. Как только ты заходишь в какие-то низкорослые растения, и тебя теряются ориентиры, выходя из них, ты можешь идти уже в совсем другом направлении, не замечая сам этого. Тропа здесь, конечно, одна, вроде бы, но она не то чтобы очень явная. Ну вот, собственно, развилка, и я не знаю, куда идти. Кто-то, помню, на этом месте на колено ушел. Сейчас она обоим глаза вытерла.
он. Тонизирует? Энерджайзер. Много птиц живет, занесенные в Красную книгу. Одна из них, очень редкая, это чернозобая гагара. Существует версия, что в Беларуси их всего несколько пар, и они гнездятся только на ельне. Чернозобая гагара живет на ельне. Еще в прошлом году гнездилась она. Ну, тоже она на грани исчезновения. И даже вот в Латвии мы были, там Латвия севернее находится, там тоже на верховом болоте. У них гнездилась гагара, но исчезла еще лет 5 назад. То есть в Латвии вообще она не гнездится. В Литве тоже не гнездится. Наверное, в Эстонии вот осталось, и в Беларуси несколько пар. Редкие на ельне. Это один из видов, это вот белая куропатка. Если мы потеряем, то, скорее всего, уже никогда вообще не вернем. Потому что они там, они не просто туда прилетели и живут там, а они там жили тысячи лет, и они вот из-за нашей деятельности сейчас под угрозой исчезновения. Ельня, почему такая знаковая для журавлей? Сочетание болота, где журавли могут отдыхать, сельхозполями вокруг, где они могут кормиться днем. Осенью на ельне скапливается одновременно, ну, максимум, мы считали, до 5000 пар в день на ночь журавлей. Да, чтобы все держали темп, тебя. Да, надо темп держать, иначе мы будем очень-очень долго идти. Вот эти вот элементы на болоте, это и есть заросшие озера. То есть за долгое время они заросли, и теперь по ним вот опасно ходить. Вот сейчас сложный отрезок пути у нас на пути. Вот нужно пройти будет 50 метров вдоль озера, вот здесь самое большое бобриных ям. И провалиться можно очень резко и быстро. То есть, если мох не позволяет нам резко провалиться, и мы немножко так, ну, медленно провалимся, то здесь просто прям резко падаешь и все. Поэтому смотрите под ноги, не всегда будет все видно. Будьте осторожны и каждый новый шаг с особенной осторожностью, чтобы не провалиться. Далеко не растягивайте, чтобы видели, куда становится предыдущий. Вылезешь сам или? Слушай. Нет? Есть, кстати. Давай, вопросы. По колено, да? Да, это самое. Абсолютно. Вытянули. Стресс здесь, на болоте, там, как бы мы сложно не шли по этим бобровым норам, на самом деле вообще ни в какое сравнение не идет с тем стрессом, который мы получаем. Я, по крайней мере, получаю в городе от каких-то там сообщений, не знаю, от покупок, от хождения, от разговоров, от ссор, от работы, да, то есть здесь
проблемы, они достаточно, ну, такие очень физические, но они здесь сейчас, и они очень решаемые, да, ты идешь просто вот то, потому что должен идти, потому что здесь жизнь проще и понятнее. Иншие справы, хоть и то самое, ти дойдет до их, вот это самое главное, потому что голова принимает решение, ты пришел, ты отшел, ага, ага, это добро, это покой тебе приносит людям, новые знакомства, еще до одного, вот это покой отшел, ты выходишь, и там у свое знову. Ти примешь ты головой, примешь решение хоть неяк следовать вот этим почутям, хоть, ну, хоть у нечем почать изменять свое житё до доброго, до наилепшего, до высшего восприятия самого себе. Вот здесь осторожно сейчас. Где осторожно? Ну вообще да, везде. Осторожно, смотри, под ноги очень сильно здесь, как-то очень реально жестко. Давай. Это чечевичная котлетка. Пища богов. Чечевичные котлеты готовила Юля, но по моему авторскому рецепту. Браконьеры в момент, когда развивались активные электроудочки, не могли здесь наловить рыбы, потому что эти озера абсолютно практически без минералов, и они не передают электричество. Вода в них практически дистиллированная. То есть только очень близко около этой удочки она могла, ну, убивать рыбу. К сожалению, на болоте есть браконьеры, и следы их деятельности вообще хорошо видны на всех озерах. Ну, то есть об этом не стоит молчать. Ну, они есть. Они приносят слишком много вреда за короткое количество визитов. То есть несколько раз и несколько визитов, точнее, браконьеров, и мы видим, что озеро стоит без рыбы. Мы видим спрятанные мешки сетей в озерах находим. То есть они легко видны. Они привязываются шпагатом и опускаются в воду. Но проблема ельни как раз, что там даже и легальная рыбалка, она проблемы приносит, не только браконьерская. Потому что само присутствие людей на этих вот озерах, оно создает очень сильный негативный пресс для вот этих нескольких пар чернозубой гагары, особенно для нее. В общем, подходя к краю болота, к краю озера точнее, нужно быть предельно осторожным, потому что это вовсе не край, это просто наплывший берег, и можно легко и запросто провалиться. Под ногами сейчас у нас нет земли, нет получается, земли, да. То есть там вода, да, и мы типа на плоту, и он настолько плотный, что типа, провалиться... Провалиться на самом деле можно. Провалиться можно. Раньше здесь она росла, сейчас она только еще восстанавливается. Полное восстановление там в 2030 году примерно. О! Нормально. Нет, это плохо. Слабо. А давно собираете? Много? Не, недавно пришел. Слабо? Так идешь, под ногами сплошная клюква. Когда бывает двумя-тремя рядами, таким слоями, ягодок, вишни. Да-да. Это так, типа мелкая, да? Мелкая, нет, вот. Ну и засуха. Лет 20 назад тут вообще пройти не можно было. Если провалишься так, домха, чтобы достать. Местное население очень заинтересовано в сохранении таких болот, верховых именно, потому что там растет и брусника, и голубика, и клюква, и, как правило, в массовых количествах. Я думаю, что это вот именно жемчужина вообще белорусской природы. 56% ягодника вообще сосредоточено на верховых болотах. Это самый экономически рентабельный путь использования болота в современных условиях. Хотелось бы повысить какой-то уровень культуры у ягодников, не знаю, ну, понимание того, что это какой-то все-таки ценный объект, что это не свалка, здесь так быть не должно. Я вспоминаю случай, когда к нам приехали финские коллеги,
И они просто хотели побывать на этом болоте Ельни, когда у нас вышла книга. Вот приехал двухэтажный автобус финских ученых. Это был май 2010 года. И каждый из них шел с пакетом от деревни Суховержье до болота, это 3 километра, и собирал мусор. Вот это очень сложно понять вот людям, которые живут у нас. Местные, которые привыкли, они воспринимают, они не воспринимают. Ну, они живут здесь всю жизнь, они понимают. Ну, Ельня, Ельня, болото, болото. Да. Вот для них это... Поэтому вот то, что даже вот волонтерское движение было создано. Ну, это же все мусор оставляют. Кто? Не туристы. Ну, туристам пускай будет там часть основной. Но это местный, он идет с водой, он воду пьет, когда ягоды собирает. Ну, он бутылку не понесет, он выкинет. Тоже бумажку, пакетик. Выбрасывается. Какая-то культура должна быть донесена до людей. Сегодня, мне кажется, парадигма общественного мнения меняется. За последние 10-15 лет и в культурах, и в отношении вот болота, культуре поведения просто гигантские сдвиги произошли у людей в массовом сознании. Невозможно было себе представить 10 лет назад людей, вот даже съемка этого фильма, там 15 лет назад. А общество не было, вот этого месседжа общества не было заинтересовано. Ну, изначально как бы цель похода была такая волонтерская, благая, почистить лес от мусора, который здесь оставляют, ну, не лучшие разновидности туристов. Мусор, ну, не то, что отошел на второй план, но мы поняли, что очень круто то, что мы встретили людей, которые как бы нам подошли и по общению, и по какому-то мировоззрению. Приятное с полезным. Полезно это, безусловно. Собрать мусор, а приятно это посмотреть на осеннюю красоту прекрасного места, которое есть у нас в Беларуси, это болото Ельни. 2 недели назад мы приезжали уже в Ельню с музыкантом Мод. Вот он приехал к нам, согласился просто за идею приехать, потому что ему понравилось вообще то, что мы делаем. Они полетели над Ельней, и он играл свой сет, подготовленный специально для этого случая. Это видео будет распространяться среди молодежи, которые слушают электронную музыку, которым нравится фестиваль. И они будут видеть эти необычные места и влюбляться в них. Нас здесь так много, потому что мы проповедуем коллаборацию как способ решения различных проблем для того, чтобы создавать классные штуки все вместе. То есть каждый человек, который принял участие в проекте, принимает, он тоже может расшариваться, делить и тоже быть создателем в полной мере. И очень большие возможности открываются, когда происходит коллаборация, и это полезно всем. Именно вот на Ельне можно изучать болото иностранным туристам, белорусским туристам. Единственная проблема, может быть, бывает, что много туристов бывает какое-то время. Но, по-моему, пока Ельне это не очень грозит. Скорее, больше проблема вот с неорганизованным туризмом есть. В смысле, когда люди не, там, не по тропе идут, а какими-то своими тропами. Рыбаки, вот, которые оставляют там горы мусора. Вот эта популярность Ельни, ее озер для рыбалки. Вот с этим проблемы. Нету инфраструктуры, нет агроусадьб. Они в районе есть, эти агроусадьбы. Это вот просто люди, которые дачи, там, дома какие-то сдают под жилье. А именно агроусадьбы, чтобы был быт деревенский, пища деревенская. Чтобы показывали Ельню, водили там. Водили по району, чтобы люди действительно могли наслаждаться этой красотой, смотреть птиц, вот, и узнали, что такое Ельня. Мы не хотим массовый туризм устраивать на болоте, то есть, скорее всего, это будет как-то ограничено, но почему этому не быть? Если это приносит минимальный урон, а больше пользы, то почему этому не быть? Люди, которые умирают, погибают в болоте, если попадают именно в болото, то они не разлагаются. И не разлагаться могут несколько тысяч лет. В торфе нет кислорода. И на глубине его абсолютно почти нет. Нет минералов, которые могут позволить спровоцировать процесс гниения. Чем вообще изучение болота, я все время подчеркивал, интересно тем, что ты за несколько секунд можешь, благодаря тому, что есть торфяная залежь,
Ты делаешь, берешь образцы торфяной залежи, там она у ели максимально 8,5 метров, а средняя это 3,8 метра. То есть ты за несколько минут, час можешь вернуться на 8-10 тысяч лет назад. Представляешь, если найти здесь человека, которому там 1500 лет, вот познать вообще, что с ним происходило, кто он был вообще? Сколько он был ростом, сколько ему примерно было лет, когда он здесь остался? Ну, то есть... Самая основная проблема на Ельне – это, конечно же, низкий уровень воды за счет каналов, которые спускают воду еще с панских времен. Считалось, что проводить мелиорацию – это улучшать условия для выращивания сельскохозяйственной продукции, соответственно, повышать продуктивность, ну и получать, что люди качество жизни улучшают. Логика такая, что мы уничтожаем болото, фактически мы изымаем сердце из гидрографии, где водонакопительной функции нет. И, соответственно, страдает, как говорится, руки, ноги и голова. То есть страдает фактически все, что прилегающее, потому что мы нарушаем гидрологический режим. Но это чем опасно? Трата воды, уход из торфяной залежи. Это автоматически горимость. В июне у них несколько месяцев не было дождей, и вся Ельня практически была как порох, сухая просто. И это, ну, большое счастье, что она не загорелась. В 2002 году 75% территории Ельни сгорело. Когда был пожар в Ельне в 2002 году, стоял вопрос об отселении этих деревень вокруг этого болота, потому что это составляло уже элемент национальной безопасности. Друзья, обращаю внимание, вот здоровая Ельня за вашей спиной, а вот Ельня, которая пострадала от пожара. Смотришь вдаль, да, и видишь просто пекло какое-то было, понимаешь? Ничего нет, ничего не остается. Если от 2002 года пожар восстановится только к 2030-му. Представляешь вообще, что это такое? Добывали строительный материал, строили эти перемычки и на болоте делали. И потом ученые поняли, что таким способом все-таки не решишь проблему, потому что перемычки все-таки нужно строить по всей фактически долине зоны действия канала. Единственный путь – это был, возможно, завода техники, строительство крупных перемычек на данном болоте. И вот это примерно идея витала 2013-2014 год, реализация 2015 год. При помощи компании Coca-Cola тогда смогли реализовать этот строительный проект, завели технику и построили огромные перемычки. Вода поднялась на более чем 1.5 метра, пожары прекратились. Мы заинтересовались, а сколько ж воды стало запасать вот это оздоровившееся болото. И просто помножив, на самом деле, даже те же 1.5 метра на общую площадь болота, мы с удивлением обнаружили, что объем воды, который сейчас запасается в этом болоте, превышает весь объем воды, который потребляет моя корпорация Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Coca-Cola HBC, а это 28 стран, да. И можете себе представить, в два раза больше воды в одном болоте, да, сегодня запасается дождевой, чистейшей воды, да, которую можно пить, вот, в два раза больше, чем потребляет огромнейшее предприятие, да, огромнейший концерн. Реализация этого проекта, она была самым значимым в деле спасения Ельни пока из того, что есть. Общественность и бизнес смогли реализовать этот проект. Это круто, когда бизнес помогает там, где... у государства не хватает ресурсов, и если кто-то берется что-то делать не ради прибыли, а ради там заботы о стране, о природе и так далее, пусть ради пиара, пусть ради налоговых льгот, чудесно, вин-вин, это принцип, по которому мы, блин, все должны жить. Хотелось бы, чтобы это участие было больше, то есть этого еще недостаточно.
Этого не хватает для такого масштабного болота. И это должно быть, во-первых, чаще, а во-вторых, масштабнее. Мы нашли источник места загорания. Дату определили с помощью спутниковой съемки архивной, где это возгорание. И все равно не концентрируются места. Либо возле водоемов, где приходят люди, либо возле экотроп, где находятся. Да? То есть это связано все равно с культурой. А исключать то, что там фокусировка этого же мусора, конечно, нельзя. Выносить людей и туристам, ну, соответственно, с ними работать, да, и создавать ту же инфраструктуру, которая должна их принимать. А не просто людей сюда пригнать, завлечь людей, и люди не знают, что здесь сделать. Сейчас, друзья, мы приближаемся к острову Альшевских. Это самый большой остров лесной на болоте. Находится и идет он прямо в центр. В общем, это остров Альшевских, и жила здесь семья Альшевских когда-то еще до военные времена. Оба, ну, супруга, они похоронены где-то на этом острове. То есть, и существует такая легенда, что можно услышать их разговоры здесь, вот на этой поляне. Поэтому можно немножко послушать. Может быть, кому-то откроется. Болото может быть одним из локомотивов того, что привлекать. Западных, например, туристов не так-то легко привлечь там, нашими условиями, там, пляжами, там, пансионатами и прочее. Для них нужна специфика. Почему болото Ельня является любимым болотом там, практически всего дипломатического корпуса, который находится в Беларуси, приезжает в Беларусь? Это потому что то, что нельзя увидеть в других странах. Сейчас даже этот проект, который, да, в МИОРы пришел, мы обсуждаем, они, у них программа, да, обучение, тех же экскурсоводы, что были, да, чтобы все было организовано, те же объединить агроусадьбы, да, чтобы люди, например, там, звонили, да, хотим, ну, вы хотите там на болото или возле болота пожить, пожалуйста, хотите там возле озера быть, пожалуйста, какую-то такую сделать центровую, да, информационную площадку, чтобы люди могли пользоваться этим. И мне кажется, очень важно вот в стратегии нашего использования болот, первое, разгрузить Ельню, найти ей, ну, 2, 3, 4, 5 объектов, которые могут быть, направить людей на те объекты, популяризировать, развивать инфраструктуру, развивать агроусадьбы, туристический бизнес вокруг этих деревень, чтобы люди сделали, дали Ельню немножко отдохнуть. Не надо 100% охвата людей и общества, чтобы они помогали болоту. Достаточно 10-20% энтузиастов, активных людей, которые это могут делать. Если невозможно запретить, в принципе, вход на болото, то лучше его контролировать. Вот мы обсуждаем то, нужно ли кому-то вообще у нас в стране Ельни помогать, спасать ее или сохранять. И Денис здесь таким, значит, соло-героем предстает у нас. Мне вспомнился Себастьян Сальгадо, фотограф легендарный, который вместе со своей женой, они вдвоем, ну, наверное, не вдвоем, но за свои собственные деньги, с помощью, наверное, каких-то наемных работников, в течение пары десятков лет высадили, по-моему, миллионы деревьев. Они восстановили лес, какой-то невероятно масштабный. По сути, два человека собрались и сделали. Просто потому, что они могли, и просто потому, что им болело. Волонтеров, к счастью, в Беларуси не проблема сейчас найти, особенно на работы на болотах летом, потому что это приятное времяпрепровождение, я бы сказал. Самая веселая часть была уже вечером, когда мы пробирались через бурелом. Вот. Нас таки направили через лес,
И это было просто нечто. Ну, с одной стороны, ты понимаешь то, что сейчас уже через пару часов будет темень, и ты здесь просто не пролезешь, потому что ты здесь при свете дня еле пролезаешь. Вот. Но с другой стороны, там были такие большие грибы, что ну, я таких больших больше нигде не видел. Он шире, чем я. Здесь спокойно, здесь тихо, здесь как-то все медленно. И вот люди примерно такие же. Удивительное состояние. Полный покой. Грандиозный, огромный покой. Ельня оказалась местом, в котором хочется максимально замедлиться и зависнуть на неопределенное время. Просто остановиться посреди. Без концести этой и все, и зависнуть. Я в какой-то момент, я когда отстал от всех, уже никого не было видно, я такой что-то лег на этот мох и подумал, не подумал, а заметил, что вот появилось какое-то ощущение ослабевания воли. То есть типа, что никуда не хочется идти. Типа, понимаешь, что надо идти, но идти не хочется, хочется лечь и полежать. Потому что в этой типа тотальной тишине очень, очень хорошо. И как будто бы больше ничего не надо. Остров Матрунь. Жила бабка, и она была там какой-то ведуньей, гадалкой, короче, ну и к тому же еще была отшельницей. Ходила такая легенда про нее, что если ты заходишь на болото, и тебя встречает какая-то женщина в белом одеянии, а она ходила именно в белом одеянии, то на болото не стоит заходить, это плохой знак. И молодежь такая вот, ну, возраста моей, ну, в то время, я имею в виду, ровесники моей бабушки, они для того, чтобы когда в ягоды люди идут уже массово, чтобы запугать людей и собирать ягоды спокойно, то есть ну, не делить эти делянки. Они кого-то одевали в белое одеяние, и люди реально, ну, было такое суеверие, то есть не заходите, все. Вот. То же самое, когда ты заходишь на болото, и тебе переползает дорогу гадюка, это очень плохой знак, и люди разворачивались просто и уходили. Ну что, это было с полночи, недзе каля трох. Вон на том месте, где зараз стоят люди. Мне как раз это мнение я проснулся и отвернулся вот так вот на лес. Ага. Ну, ляжу. И тут раптом. Ну, недзе, вот як над древами, вот такой вышине, над озером, вот с того боку, как мы и шли. И так повольно. Мне сдалось, что это, ну, як звичайно, вот он на небе, такие. Знічка, якая горить, ну так імгненно летить. А тут ну, такий настоящий шар. І от так от повольний. От як рукою я веду, от так і летіло. Треба було бути готовим до всього. Що тут може ще відбутися. Що ж таке місце? Тишине. Видна трансформация какая-то в людях, когда, ну, которая часто приходит? Мне кажется, люди нечто более отчувают. И они так спокойнейшие робятся. Ну и так вот посидеть, подыхуять с одного боку, здоровым поветром, но хапануть еще дымку, все до одного. Может, что и доходит до некого.
Ну, раз люди, раз человек после того, как раз пришел, я еще раз после приходит, значит, нечто живое тягнет. А вас чем тянет? Воля. Ты можешь быть самим собой. Мне кажется, каждый мкнется до покоя душевного. Бо, когда ты не маешь покоя, так тебе жить не омило, хоть тебе тут и золоти, как бы там ни было. А будешь иметь покой, будешь иметь все остальное. А одиноко как почувается? А я не отчуваю. Что это такого у меня николи не было. И не было, но ну, не денежка. Не. Это потому, что это ж мой выбор прийти жить на землю. А когда человек это сам обирает по своей воле, то он николи не будет ему сдаваться звонку некому, вот у них такая. Так это ж тяжко, например, там рабить. Но это когда человек обирает по своей воле, ему это не тяжко. Ну что там физично? Отпачнул, изнул. Что никакой одиноты, никакое такое. Мне зараз не текало для себя жить. Ну что, я уже нажился. Как люди жили, вот для меня. Бо я свое житё воспринимаю, как мы. Я уже свою пережил, зараз. Моё я, как я кажу, переросло уже мы. Умы. Вот как мы жили. Что значит мы? О, сколько людцев тут. И все разом? И все добрые. Но. Коли з'являється я, тоді єсть ми. А коли єсть ми, це не обов'язково, що з цього ми вилучиться я. Це велике намагання і воля духа потрібно, щоб виявити своє я, проявити і бути цим я. Ну, але як не дивно, після того, як я його постійно якби, заховуєш, якби, відмовитися від свого я, це означає кінець. Своему житю. Ну тут кистка. Ну, главное я. Отказать себе на питание, кто ты есть. Покуль не откаешь, фактично будешь марновать житю. Хоть тебе будет сдаваться, что нет, а нечто ж такое. Ну, кто ты есть? И что ты обираешь далее? Кажется, что очень этот нежный баланс между тем, спасет туризм Ельню или угробит. Про Эверест, да, я вчера вспоминал. Ну, тоже ведь самое, да. Даже высокая цена этого приключения никого не останавливает. И превратился в мусорку, в склон. Нужно заранее, наверное, подумать хорошенько, как, делая ее популярной, ее в итоге не угробить. Ельней занимаемся не только мы, но еще многие другие организации. Ахова птиц Батьковщины, Багна, ПроОН, Кока-Кола. Очень много людей и организаций принимает непосредственное участие в этом важном деле. Нас легко узнать. Нужно ввести в поисковике Ельня Трип и посмотреть, кто мы такие, что мы делаем. Чего мы хотим. Достаточно просто как-нибудь отреагировать, дать обратную связь, и мы свяжемся однозначно и решим, что нам дальше делать.
Я мечтаю сделать из ельни бренд. Я хочу, чтобы ее ценили так же, как какие-нибудь там супергоры, водоемы или гейзеры, то есть, не знаю, там именно. Я хочу, чтобы весь мир знал, что есть такая ельня, и рассказать миру и большему количеству людей о том, что ельне нужна помощь. Крик ласточек, парящих в небе, несет с собой начало дня. Крадет отравленное время и дарит пригоршню огня. Для тех, чей дух устал бороться, кому стал дом родной немил, из уст рекою тихо льется глаз неба и его светил. Тревожит раненое сердце, украдкой память воротив, стремится жить пред ликом смерти, слезами землю возродив. Твое призвание, храбрый воин, пред всем народом и землей, и в ясный день, и в непогоду оберегать земной покой. Повергнуть жалкое безмолвие и одолеть внушенный страх. Сражаться не клинком, любовью, чей дух живет в людских сердцах.